Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня проведем маленькое путешествие, экскурсию по приполярному поселку Айхау в необычном формате. Итак, давайте начинать. Поселок Айхау – это поселок городского типа в Мирнинском районе Якутии, расположен в 60 километрах южнее города Удачного. История развития и создания данного поселка начиналась с далекого 1960 года, когда в данных местностях были обнаружены кимберлитовые запасы алмазорудной руды. Поселок был образован в 1961 году в связи с открытием кимберлитовой трубки Айхау. Начав с палаток, Айхау развивался и рос стремительными темпами. 31 декабря 1960 года Советом министров СССР было принято решение о строительстве на базе трубки Айхау предприятия по добыче алмазов, первого предприятия в Приполярье, в совершенно безлюдной местности. И начать эту колоссальную и труднейшую работу было поручено заместителю управляющего Треста Якут-Алмаз Георгию Кадзову. 15 февраля 1961 года в Тресте был подписан приказ об организации рудника Айхау. В айхауский комбинат входит рудник Айхау, трубка юбилейная, трубка комсомольская, сатыканская и обогнительная фабрика номер 8 были закрыты. Функционирует обогнительная фабрика номер 14. Сейчас мы с вами посетим уникальную трубку Айхау, которая была образована в далеком 1960 году. Кимберлитовая трубка Айхау. Ее глубина составляет около 305 метров. Она была открыта геологами в январе 1960 года. Сначала трубка называлась Январьская, потом она была переименована в трубку Айхау. Когда стало понятно, что рудника надолго не хватит, в 1986 году по решению руководства Якут-Алмаз был организован горно-обогатительный комбинат. Директором назначили опытного специалиста, руководителя и хозяйственника Владимира Петровича Дюкарева. С его именем связано новое рождение Айхау. Полным ходом шла реконструкция карьера Айхау. Успешно функционировал сатыканский карьер. Для подготовки к эксплуатации нового месторождения юбилейное образовали горно-пороховический трест, который в 1985 году был переименован в строительно-монтажный трест. Поселковый совет, руководство АГОКа и СМТ взяли решительный курс в новую жизнь. Совсем за короткий промежуток времени, начиная с 1986 года по 1996 год, благодаря усилиям руководства Республики Саха-Якутия, компании «Ауроса» и дочерних предприятий, а также СМТ, Айхау преобразился до неузнаваемости. Поселок Айхау был построен на левом берегу реки Саксавох, что в переводе с якутского – река с ловушками, в которой, по легенде, тонули олени, перебираясь по осеннему льду. Современный Айхау делится на две части – верхний и нижний поселок. Нижний поселок – это старая часть Айхау, в основном преобладают деревянные дома.
Верхний поселок – это бетонные пятиэтажки. Также на территории поселка расположены две общеобразовательные школы – 5 и 23, ПТУ номер 30, детский центр «Надежда», Ахатская городская больница. В Байхале работает центр дополнительного образования детей, Ахатский отдел полиции, дворец культуры «Северное сияние», спортивный комплекс с бассейном «Дельфин», множество салонов красоты и магазинов. С 1975 года было 6 детских садов, впоследствии несколько садов были закрыты. Главное городообразующее предприятие – это Айхальский горно-обогатительный комбинат, акционерная компания «Ауроса». В Айхальский комбинат входит рудник «Айхал», трубка «Юбилейная», трубка «Комсомольская», «Сатыканская», и обогатительная фабрика номер 8 были закрыты. Функционирует обогатительная фабрика номер 14. Трубка «Комсомольская», ее глубина составляет примерно 460 метров. Размеры по поверхности 900 на 80 метров. Она исчерпала полностью свои запасы. Трубку «Комсомольскую» разрабатывали с 2002 года по 2013 года открытым способом. В 2020 году принято решение не проводить подземную выработку. В 1997 году из трубки «Айхал» был вывезен последний самосвал с кимберлитом. За 10 лет горняки наладили подземный способ добычи. В 2012 году вышли на проектную мощность. Трубку «Юбилейную» начали разрабатывать в 1989 году. Ее намереваются углубить к 2030 году до 720 метров. Это будет самое глубокое сооружение в мире по ее крупнейшим размерам и поверхности. Более чем за 30 лет разработки трубки «Юбилейной» ее выработали более чем на половину ее глубины. Трубка «Юбилейная» уже подарила более 70 уникальных крупных алмазов ювелирного качества, каждый из которых стал именным. Сегодня Айхал – один из самых красивых приполярных поселков Якутии. Айхал растет и развивается, строятся новые детские площадки, открываются замечательные красивые парки. Все делается ради жителей. Хочется выразить особую благодарность администрации поселка Айхал, администрации Мирнского района, в целом Республики Саха-Якутия, а также акционерной компании «Ауроса» за помощь и поддержку в развитии поселка Айхал. Сейчас мы с вами посетим поселок Дорожный и Октябрьскую партию в поселке Айхали. Хочу отметить, что поселок Дорожный находится в 5 километрах от поселка Айхал. Его строительство было начато в 1968 году силами строителей автодороги «Мирный Айхал». Изначально поселок состоял из вагончиков, позже были построены деревянные дома, в которых проживали дорожники, строители, работавшие в дорожном эксплуатационном участке. В 1983 году было принято решение об отводе земельного участка под строительство 5-4-квартирных домов для Октябрьской партии и Реляхской экспедиции. Работы отряда на трубке «Октябрьская» и дали название улицы «Октябрьская партия». Сегодня в поселке Дорожном и Октябрьская партия практически ничего не осталось. Все жители были расселены, дома были снесены, разобраны. Некоторые дома, к сожалению, были сожжены. На данной территории остались только гаражные кооперативы, и больше никого нет. В поселке Дорожном по улице Октябрьской партии примерно располагалось 46 деревянных домов, в которых проживало примерно 204 семьи. Все эти дома были признаны аварийными. При помощи финансовой поддержки акционерной компании «Ауроса», республиканского бюджета и муниципального образования поселка Айхал все жильцы были расселены.
Большая часть жителей аварийных домов заявили желание получить денежную компенсацию. Остальная часть решила переселиться в каменные дома верхнего поселка. Вот, друзья, приехали в поселок Дорожный с Борисом. Решили для вас снять такой мини-репортажик, да, по поселку прокатились. Заехали вот тут посмотреть, что тут осталось от поселка Дорожного. Ну, все поразбирали, все уже поразбомбили. Здесь не знаю даже вообще, есть тут свет или нет. Посмотрим, короче. Зайдем вот в дома, вот домик тут стоит заброшенный. Посмотрим. Ну, некоторые тут гаражи под замками, он еще находится. Тут все равно тут что-то еще есть. Вон там вот гаражи новые стоят. Котельная, наверное, уже тут не работает по-любому. Что, Борь, хочешь зайти? Да, когда-то здесь кипела жизнь, когда-то здесь жили люди. А теперь здесь, к сожалению, только один хлам оставался. Да, люди строили эти дома, вкладывали душу. А теперь, смотрите, здесь ничего не осталось, кроме мусора, неприятного запаха и всяких разных. Ну, тут все поразбирали уже. Вот это, наверное, полы вскрывают. Не знаю, там на что это вскрывают. Может, тут люди какой-то клад еще ищут. Думаю, тут, может, деньги, там монеты позабывали. Такое тоже может быть. Нифига, тут даже погреб есть. Прикинь, я даже не знал, что здесь даже в домах погреба строят. Там вода. Охренеть. Или это колодец? Не, полки. Да, погреб, нифига себе, да, что такое есть. А, ну питание есть, потому что подстанция работает. Да, ну, компенсацию людям давали. Людям, вот, кто переезжает наверх, кто на материк уезжает. Вот такие тут дома практически все пооставались. Тут жжет, да. Это все потом, наверное, будет сноситься. Скорее всего. Так, это у нас спальня была. Вот люди, смотри, потолки делали, старались, да? Да, а в итоге, видишь, все поразбомбили. Окна, евроокна все поснимали, потому что я видел, что люди, короче, все это тащили к себе в хозяйство. Ну, это получается у нас, грубо говоря, основание поселка Айхау было с основания поселка Дорожный и Октябрьской партии, да, Борь? С этого все и начиналось. С этого все и заканчивается, к сожалению. На самом на краю земли, внемля звуком небывалых слов, сладко-сладко замирает кровь. Там ветра летят, касаясь звезд. Там деревья не боятся гроз. Океаном бредят корабли, внемля звуком небывалых слов. Сладко-сладко замирает кровь. К небу. Отсюда вижу сны, ты просто представляешь. Одни красивые сны, а жить представить это просто невозможно. И мечты, она трудна и очень сложна. Но разве так можно? Не зная, что с тобой будет дальше впереди. Заходить в тупики и унижаться. И как же просто дальше жить, и чтоб не огорчаться. Нет, нет, так не может долго продолжаться. Мне нужно думать дальше, с собою разобраться. Добиться цели, быть уверенной в себе. Идти к вершине желаний и навстречу к судьбе. Да, я знаю, что это будет нелегко. С моей мечтой разбитой будет очень тяжело. Я буду мимо проходить и разбивая все преграды за спиной моей. Не хочу, чтобы были раны. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака. И солнце свет нам с тобой не поймать никак.
сердце мое бьется. Я еще дышу, но что еще мне остается? Пока я еще живу и время не стоит на месте. Если есть у меня чувство, то не может быть и мести. Только дождь за окном успокоит мою душу. Не хочу я сейчас, чтобы кто-то меня слушал, чтобы видели меня у разбитого стекла. Но жизнь прекрасна и прекрасные облака. Взгляни на небо, посмотри.